Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 3, глава 7, часть 1. Ну что ж, поехали, будем с вами дальше продолжать проходить эту игру. Була, поставим эксперимент. У меня есть защитный плащ для путешествий во времени. Он не универсальный, в будущее в нем не прыгнешь. Зато я много раз пытался изменить прошлое, и каждый раз я возвращаюсь сюда. Вы ведь знаете, что время замкнуто в кольцо. Да я шучу. Откуда вам знать? Итак, сейчас мы активируем несколько временных линий, но нельзя зайти в них вот так просто. Чтобы избежать парадокса масс, придется занять место каких-нибудь теневых ботов из этих временных линий. И я начинаю активацию. Так, врата истины. Так, уровень сложности нормально. Уничтожить ботов, чтобы занять их места во временных линиях. Поехали. Будем уничтожать и занимать их места. Я думаю, что это будет легко. Раунд 1. Жертвенный бот. Нифига он эпично смотрится, ребят. Бот этот жертвенный. Ну-ка. Упс. Пардончи. Оу. Дай чтоб тебе. Да ладно. Слушай, а почему я не могу пробить? Тихо, вставай. Поехали. Так, предположим, ребят. Поехали далее. Поймал я его все-таки за серию этого, а? Да почему ж ты не приседаешь-то? Я все никак этого не пойму, ребят. Что с что с этими, с приседами случилось? Так, тихо. Ловим, ребята, ловим его. Отлично, шикандос. Просто, опс, тихо. Мы его, по-моему, побили, ребята. Ну что же, первый раунд за нами. Это довольно неплохо. А нам нужно 3 бота будет. Все, я понял. И, видимо, все разные, да? То есть мне нужно выиграть 3 раза, а им всего лишь 1. Вот, ребята, в чем вся загвоздка. Так, жертвенный бот с копьем. Поехали. Я его подловил, ребята. И это хорошо. Давай так сделаем. Ну-ка, поймаем. Оу, промахнулся. Да чтоб тебя. Да хорош. Подловили все-таки. Ну, тем лучше для нас. Да ладно, успокойся ты. Братюнь, хорош уже буянить-то. Давай так попробуем. А так если? Нет, так увернулся, ребята, он. Да что ты делаешь-то, эй? Бинго. Фу. Ну что же, еще одну победу нам нужно одержать, и будет все хорошо. А почему? А, ну да, в принципе, я, Иту и Бола. Мы должны занять места вот в этих ботах. Поэтому мы и должны их победить. Ладно, давайте смотреть дальше. Раунд 3. Жертвенный бот. Оу. Ха-ха. Не тут-то было, родной мой. Как я его сейчас смачно, а, ребят, пробил. Успокойся. Получил свое, а? Будет еще тут мне выеживаться, тихо. Подсрачничка. И теперь, наверное, будем его, ребята. Тихо, не надо мне здесь никаких теневух. Не надо, я сказал. Бумс. Шикарно, я вам скажу, и довольно легко это было. В общем, 3 ботов мы вывели из строя. Давайте смотреть, что будет дальше. Сейчас, естественно, нам должны дать колоду. Это по сюжетке так должно быть. А вот что в колоде будет, вот это уже другой интерес. Ну-ка. Ага, обед императора. Ну, это у нас было. Так что для меня это не новость и не новинка. Касса просветления. Такое тоже у нас было. И теневая энергия 15 штук. Ну, давай посмотрим еще здесь. И здесь нам достается 20 теневой энергии. Ладно, не густо, но и не пусто, как говорится. Готово. Потомок тени, ты можешь накинуть защитный плащ прямо поверх своего доспеха. И что мне это даст, а, Бола? Ну, так, ребята, уровень сложности безумно. Предположим, я надел плащ. Давайте смотреть, к чему это все дело приведет у нас. В какой момент все пошло не так? Иту, ты вечно недоволен прошлым. Что бы ты хотел в нем изменить? Я не могу простить себе, что отдал тени прототип. Я взял и подарил ему оружие массового уничтожения. Думаешь, если бы ты не отдал прототип, что-то изменилось бы? Вперед в прошлое, потомок тени. Не дай ему это сделать. Останови Иту. Ха-ха, я должен сейчас... Так, великий соперник. Помешай Иту доставить тени прототип в прошлом. Правило боя – маскировка. Уровень сложности, ребята, безумный. Ну что же. Сконцентрировались, сосредоточились, ребята. И никаких оплошностей.
Фух, с богом. Погоди, а что это у меня за прикид? У меня же не такой прикид был, эй. Начали. Так, тихонько. Вот он, ребята, вот он, Ито молодой. Ну что это у меня за такие, извините меня, движения? Опа, выбил что ли? Точно выбил. Так, ребят, что мы там должны сделать? По-моему, что ты падаешь-то? Мы должны его обойти и сзади, да? По-моему, так. Ой-ой-ой-ой, как ему... Ребят, ну единственное, что хреново... Сейчас, наверное, он меня пропишет, ребят. Ой, стоим, 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 ждем. А если я так сделаю? Поехали. Понеслась, короче, у него. Да иди ты! Блин, ребят, ему повезло, что он... Что ты делаешь? Ему повезло, что он у меня выбил оружие, ты понимаешь? Ладно, видимо, я этот бой проиграю. Конечно, не хотелось бы, но нафиг ли сделать, ребят. Ну-ка, попробуем. Так. Дальше попробуем еще разок. Что ты делаешь, а? Тихо, тихо, тихо. Ну? Ребята, времени мало. Я сольюсь по времени, по-моему. Нет, наверное, скорее всего, он меня здесь ушатает. Ладно, ему просто повезло, что он выбил у меня оружие. Я думаю, что в следующем раунде я ему не позволю этого сделать и накумарю его. Так, молодой Иту. В принципе, все те же самые манеры, когда мы с вами вообще в первый раз с ним встретились. Так, хорош. Наша очередь. Так, ждем, ждем, ждем. Хорошо пошло. Ай, попался. Так, ребята, у него теневой... Погоди, а почему? А что происходит? Почему я не могу ходить? В чем проблема? Так, ладно, бросок. Сейчас будет он стопудово хиляться. Он должен, по идее, ребят, хиляться. Вот он, хиляется. Так, ладно, обойдем. Поехали. Мимо. Опа, подловил меня. Ха-ха, не тут-то было, Итушка. Итушка, ай, гаденыш. А если я? Ну, добиваем. Офигеть, добил. Хорош уже, Иту. Иту! Успокойся, радость моя. Дружище, мы же вместе, мы же братья. Да как ты так мог? Ребят, я сфейлился здесь. Офигеть, шустрый, я малый, блин. И я пощажу тебя, уходи, ты слишком похож на единственного человека, которого я назвал другом. Ага, я не уйду. Иту, я никуда не пойду. Да, я понимаю, что у нас безумно все дела, но ты уж извини меня, дружбан, я не должен позволить тебе отдать тени какой-то там прототип. Так что, ребята, мы продолжаем с вами в бой. Ну, как говорится, была не была, я надеюсь, сейчас у нас все получится. Очень сильно на это надеюсь. В принципе, ничего сложного в нем нету. Как в первый раз мы с ним встретились, все то же самое. Надо быть просто предельно аккуратным. Ага, понял. Отлично подловили. Очень хорошо, давай-ка стрельнем. Главное, что попали. Оу, ты хорош отхиливаться-то, эй. Поехали. Будет мне еще тут хиляться, а, говнюк. Как вот он успевает, ребят, тоже... По мне попасть, вот что меня интересует. Да иди ты в пень. О. Да, блин. Ты посмотри, что делает, а. Так, я понял, он хиляется. Замечательно, так, погнали. Слушай, да что ж ты такой мощный-то, а. Что с тобой не так, а. Иту. Нет, я, конечно, понимаю, у него, ребята, преимущество передо мной в плане, что он вот, он хиляется. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Погнали. Стрельнем. Зря, наверное, делал это. Я не успеваю, ребят, ну фигня. Как он может так же стрельнуть, как я? Вот один в один успевает, просто-напросто. Блин, победа за ним. У меня хотя бы есть теневая энергия накопилась.
Я ее пока тратить не буду. Сэкономим. Думаю, что этот раунд мы с вами должны вот так одолеть. Попробуем. Так, начало неплохое, поехали далее. Так. Хорош, хорош, хорош. Ты посмотри, что он делает, а? Погоди-ка, секунду. Нельзя, 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 ребята. Блин, практически полностью восстановил себе он здоровье, а? Да не приседает этот козлодой, и все. Пипец. Плюс, ребята, вот так вот делать. И еще и промахнулись, типа, да? Что это? Ребят, зависла игра, прикинь. Вот это зашибись, ребята. Игра зависла. Блин, ничего не поделаешь, придется нам перезаходить в игру. Ну вот это на самом деле обидно, хотя может быть и не обидно. В любом случае он меня не победил, так что, ребят, перезаходим в игрулю. Ну что, ребята, я поменял себе немножечко экипировку. Я взял себе катану, эпическую скальпель, немножко ее подкачал. Сейчас у меня 5955 мощей на ней. И поменял скиллы, то есть я взял интерференцию. Также я взял себе прилив и перезарядку. В общем, вот таким макаром я хочу попробовать. Плюс я взял себе мины. Хотя, можно было бы... Нет, оставим пока мины. Ну что, надеюсь, это как-то нам поможет, потому что... А, кстати, да, у нас стало вдруг легко. Да, было безумно, а теперь все легко. Ну, посмотрим, насколько легко. Ребят, все, кстати, изменилось после того, как я взял вот эту вот катану эпическую, скальпель. Поехали в бой. Нам нужно, ребята, продержаться два раунда против Иту. Старый наш дружок. Он очень мощный. У него очень резкие движения. Поехали, попробуем, ребята. Оу, началось. Вот это хорошо. Мы сейчас ему вжарили. Тихо, тихо, тихо. Ты смотри, что он... Да как же мне пройти-то? Вот теперь надо ждать, пока он отхилится, ребята. Вот когда он это делает возле стенки, его невозможно, ребята, обойти. Ну! Есть! Просто снес его, представляешь? Вот это было круто. Ладно, первый раунд за нами. Он, по крайней мере, здесь один раз всего лишь попробовал исцелиться, и все. То есть нам повезло. Раунд 2. Фух, кто быстрее, как говорится. Погнали. Ёпрсте, вот это... И выбил! Ребята, это называется уже... Ну, это уже специально все сделано. Это специально, просто-напросто. Ну как он с двух ударов меня снес? Я офигею. По крайней мере, у меня теневая энергия накопилась. Сейчас ему будет звездец, это я вам точно говорю. Так, ну что, ставим мину для начала, наверное, да? Или он будет стрелять? Посмотрим сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, поехали. Отлично. Как он там? Да ну, завязывай. Так, отлично. И... Вот это круто сейчас было. А вот это уже не круто. Да хорош ты, блин. Иту, блин. Возле стенки, ребят, ну... Возле стенки он встал и начал, ребята, отхиливаться. Попробуем. Ну еще бы, конечно же. Ну! Наконец-то. Ну что же, Иту повержен. Справедливость восторжествовала. Ну а мы с вами смотрим, что дальше у них здесь будет за диалог. Так, почти, ребята, 22 уровень. Это все понятно. Хочу посмотреть, какую нам дадут колоду. Так, составной лук, латы посланника и теневая энергия. И мне даст... Ох ты, 150 теневой энергии. Неплохо, не дурно. А, забыл сказать, мой прямоугольник измерений может вернуть тебя в любой момент. Я работал над ним очень долго, удобная вещь. Була, но это же кубоид, а не прямоугольник. Для кого как, настал момент истины. Сейчас ты все поймешь, потомок тени. А, что я должен понять? Ребята, что-то здесь у нас, смотрите, появилось. И я, видимо, что-то могу забрать. Сверхвременные скорости. Ага, карту. Давай глянем. Это эпическая, по-моему, да, у нас карта? Оу, эпические вестники, ребята, это бустер-пак.
Это у нас бустер парк. Ну-ка давай. Смотрим, ребят, что нам отсюда выпадет. Ну, это было. Это подводная броня. Вау, дальше эпическое идет. Так, это у нас перк, разряд. Это на оружие. Дальше опять эпическая карта. Бесконечная боль, эпические иглы. Понял. Так, ну это подводная маска. И последняя обычная карта. Это у нас капюшон затмения. Ну что же, довольно неплохо, ребята. Ну а нам, как говорится, нечего здесь рассусоливать. Мы должны с вами двигаться дальше. Поехали. Хватит с меня загадок, Була. Почему мы медлим? Разве мы собрались здесь не для того, чтобы потомок тени остановил Кибо? Кибо? Но это же ты, Иту. Собственноручно доставил тени прототип ядра, разве нет? Не заставляй меня повторять ту историю. Меня поколотил какой-то незнакомец. Пока мы дрались, Кибо похитила прототип. Видишь, потомок тени? Ты изменил прошлое, но настоящее осталось прежним. Попробуем еще раз. Схвати Кибо и уничтожь прототип. Ха. Ребят, мы с вами, по-моему, повторяем прошлые эпизоды. Задержи Кибо в прошлом. Еще одна попытка. Слушай, я уже забыл, кто такая Кибо. Это случайно не с ней ли у меня серия не получилась, а, ребята? Точно. Точно. О, это... Воу. Да-да-да, это она, ребят. Что такое? И она тоже у нас, ребята, с мечом. Так, тихо. Так, Кибо, не надо, не надо, я тебя прошу. Фига она шустрая, ты посмотри. А если я так же? Ребята, она какая-то уж тут чересчур шустрая, я вам скажу. Хорош, ну, есть. Саданул таки я ее. Но там она была, по-моему, немножко измененная. Я знаю, что у нее там не было глаза, у нее глаз, по-моему, потерян, и оттуда сочилась теневая энергия. Так, ну давай дальше попробуем. Первый раунд довольно неплохо прошел у нас. Так. Отлично, интерференция у нас подключилась. Поехали. Так, секунду. Да чтоб тебе, блин! Ну давай, 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 теневую. Черт, не хватило, ребят, немножко не хватило. Есть, я ее пронзил. То есть она не успела, у нее слишком долгий и длинный был замах. Отлично, ребята, мы с вами ее сделали, и довольно легко. Ну что ж, давайте смотреть, что нам в этой колоде с вами достанется. Кстати, будет следующим у нас, по идее, босс. После босса мы с вами получаем уровень. Обычно у нас все это так происходит. А вот, ребятушки, и колода. Стальной порядок. Латы посланника. И теневая энергия. Кстати, ребята, вот такого костюмчика у меня еще не было. Редкий доспех. Офигеть, это для легиона. И смотрим бонусную карту. 20 теневой энергии в плюсе. Так, не надо нам ничего. Продолжить. Я действительно не понимаю, в чем дело. Что мешает вам начать? Кстати, благодаря прямоугольнику измерений я помню события со всех временных линий, в отличие от Иту. Вот почему я единственный настоящий Була. И добро пожаловать назад в настоящее. Поражение Кибо также ничего по существу не изменило. Это сейчас к чему? Так, ребята, уровень сложности уже сложный становится. Скоро дойдем и до безумия, скорее всего. Чего ты ждешь? Боишься прыгать во времени? Но если ты этого не сделаешь, Иоланда отдаст тени прототип. Смешно. Даже Иоланда, упрямая, храбрая Иоланда, и та струсила перед тенью. А ведь я готовил ее в новые хранители сферы. Я с детства учил ее обращаться с теневой энергией. Я сделал ее тело неподвластным влиянию теневого разума. Но когда с юга вернулся этот твердолобый генерал Маркус, она выкрала прототип у Шибаты и пришла с ним к тени. Помешай ей! Так, предопределенность, да, сюжет. Сложно, останови Иоланду в прошлом. Слушай, я что-то, ребят, не помню, кто такая Иоланда. Это случайно не из легиона девица-то у нас, а? По-моему, она. Ладно, сейчас посмотрим. Ну, раунд один, маскировка. Да-да, я вспомнил, ребята, вспомнил я эту красавицу. Поехали. Ах, как хорошо. Замечательно, ребята, получается. Пробьем. Пробили. Так, еще разок. Да как ты отхиливаешься-то, не могу никак понять, ребят. Ну, как она успевает отхиляться?
Поехали, мытель. Блокирует, ребята. Ну-ка. Ну, пробьем, интересно. Чуть-чуть не хватило. Что она будет делать? Так, поставила мину. Поехали. Пробьем или нет? Оу! Есть! Наказал! Как ты мне надоел, говорит она. Ну что же, первый раунд за нами. Фух. Надеюсь, у нее нет никакой второй модификации. Иначе будет трындец, на самом деле. Так, поехали. Откуда у тебя костюм мастера, она спрашивает. Да вот оттуда. Так, тихо, подожди. О-о-о-о. Подлец. Это я-то подлец? Это я-то подлец, а? Кто бы, блин, мне тут говорил еще, а? Вот шушера болотная. Ребята, ей конец. Подловил я ее. Ну что же, второй раунд за нами. Фух. Жестко, жестко. Ну, игруха просто бомба, ребята. Так, я сосредоточился. Третий раунд. Главное тут не лопухнуться. У меня, кстати, теневая энергия есть. Поехали, попробуем. Отлично. А если мы теневую врубим? Эй! Так, а так вот. О-хо-хо-хо! Устояла, ты посмотри. А если еще... Тихо ты. Воу! Нифига ты. А если так? Давай иди сюда. Свои мины там ставит. А я? Вот мина, ребята. Черт подери, ты посмотри, что происходит. От гадюка. Не достала. Дотянулась, а? Ребята, мины это фигово. Да как ты? Прикинь, ребят, по-моему, мне кранты сейчас будут. Попробуем. Что, твой противник быстро учится? Да мне плевать, что он там быстро учится. Неужели? Ух, на сухаря, ребята. Три победы и ни одного поражения. Но сильный противник. Великолепно. Победа. А ну стой, Смир. Стою и жду. Так, должны... Ребята, 22 уровень. Отлично. Все шикарно. Так, хочу посмотреть, что нам достанется из вот этой колоды. Так, принц пустошей. Редкий доспех. Дальше у нас идет пробивающие иглы. Понятно. И теневая энергия, да? И остается только бонусная карта. И мне достается, ну, елки-палки, шапка сосредоточия. Ладно, а мне интересно дальше. Дальше давайте проходить, ребята. Теперь потомок тени знает то же, что и я. Мне очень жаль, что я был вынужден отдать тени прототип ядра. Надеюсь, у тебя была достойная причина, Болла. Но у тебя есть шанс все исправить. Отведи нас в пустую комнату. Я был таким же, я пытался что-то изменить снова и снова, а потом понял, тень приведет этот мир к его концу, в любом случае. Измениться должен не мир, а сам тень. Иту, ты должен понять. Ох, я устал спорить, идемте в пустую комнату. Так, ребята, мы с вами в пустую комнату идем, уже уровень сложно у нас. И что же нас тут будет ожидать? Вот что меня интересует. Я считаю большой удачей, что пустая комната пострадала гораздо меньше купола. Иту, что ты хочешь спросить у комнаты? Как победить тень? Дурной сон, сюжет, сложно. Победи голограмму, чтобы получить ответ. Вот так вот, теперь мы еще будем с голограммой драться. Ладно, была не была. А голограмма кого? А, вот этого нам не сказали, кстати. Послание. Ну ладно, попробуем. Тихо ты. Тихонько. Оп, это опасно, ребята. Ого. Шустрый он, а? Упс, выбил. Да ну, хорош. Ушатал, ты прикинь. Он меня, ребята, просто прижал у стенки. Не дал даже. Мало того, что оружие выбил, так еще и ухоркал. Ладно. Ну, шустрый, шустрый гаденыш. Раунд 2. Ну что же, будем брать с вами реванш. Вот тебе реванш. Поехали. Да как ты?
Опс, подловил его. Давай, поехали. Ребят, теневая энергия копится у него. Она понадобится ему вообще? По-моему, нет. Он использовал свою попытку. Вот так вот. Это у нас послание. Это голограмма, но на самом деле что-то он не похож на голограмму. Похож на обычного воина. Да, мир, конечно, какой-то голографический, судя по тому, где мы с вами находимся. Так, поехали, ребята. Сейчас попробуем наказать. Так, теперь вот так сделаем. Что-то, ребята, у него уж больно хороша защита. Да-да-да. Против теневой, так у него вообще там шик и блеск. Ну давай, гаденыш. Нифига ты. Шустрый малый, поехали, добиваем. По ногам ему. А, мимо. Ну вот как-то так. Давай теперь мне, пожалуйста, ответ, как победить тень. А в этой части мы, скорее всего, с вами даже с ней и не встретимся. Потому что это только лишь 7 глава, 1 часть. Неспроста это все. И нам достается, ну, это понятно, составной лук, крестьянский серп и теневая. А также нам достаются застревающие иглы. Слушайте, ну нифига они у нас подрастают, да? Обычные вот эти вот предметы. Все становятся зелеными. Помогите, они идут за мной. Ребята, и тут и Мойра. Пустая комната, видать, совсем из ума выжила. Мойра, ты видел? Та девочка с острова, проклятие, я совсем забыл о ней. Она была вместе с Джун, неужели они живы? Где они? Как нам найти Мойру и Джун? Ответь! Ответь, невозможно, ребята, невозможно. Ух, ну давай смотреть. Черт, мы оказались в Легионе, пустая комната телепортировала нас сюда. Но что она пытается этим сказать? Тупицы, отпустите меня, пока я вам глотки не перерезала. Выпустите меня! Это Джет? Легионеры схватили ее. Я не могу просто стоять и смотреть на это. Поможем ей. Так, девушка в беде. Спаси Джет от охранников арсенала. Погоди, ты не надел лучшие вещи, которые у тебя есть? Ну давай посмотрим, что у меня там не надето. Что? Ты хочешь сказать, что я должен вот это вот надевать? Нет уж, спасибо. А что интересно здесь? Так, теневая способность, молния. Блин, ну это жесть какая-то. Неужели вот это вот надо одевать, а? Молния. Ну ладно, предположим, я надену, ребят, предположим. Так, шлем, может быть, еще немножко точнуть. Вот так вот. Так, ядовитая кожа. 60% от урона к шкале теневой энергии. Так, ладно, это пускай остается. В принципе, больше нам ничего и не надо. Ну что, ребята, я готов. Надо приступать, спасать Джет. Хотя она предательница, но... Может быть, она нам что-то поведает интересное. Смотрите, ребята, я только шлем немножко заточил, и у нас уже уровень сложности нормально. Как такое может быть? А, я же еще эти поставил себе, да. Пилум убрал, да, вот эти вот дротики, и поставил другие. Ну что же, хорошо. Поехали. Кто там у нас? Что за бойцы арсенала? Кто такие? Ну-ка. Арсенал. А, охранник арсенала. Нифига он, ребят, смотрите на него. Прикольный чувак. Да ну, вы что? Серьезно, что ли? Вот этот вот... Ты видел? Ты что, серьезно, что ли? Офигеть, ребята. Вот это чувачок, да? Оу. Да хоро... Да, блин, не хочет приседать. А, промахнулся, ну. По-моему, мне кобзда, ребята. Ну что же, ладно. Он выбил у меня оружие, подонок. Подлец. Но я этого ему не спущу с рук, поверьте мне. Охранник арсенала, а? Причем как-то так неожиданно он выбил. Да, тут уже, ребята, палицы у нас появились. Так что надо... Ох, как я его сейчас хорошо просандалил. Поехали. Все, он, по-моему, потерял тоже свою булавушку, да? Ах, как я его сейчас... Ребята, ему
хана. Ага, хана. Вот теперь разрубил. Слушайте, мне кажется, что вот эта вот катана, которую я сейчас оружию, станет скоро моим любимым видом. До этого вы помните, да, у меня была глефа любимая, теперь будет катана. Так, ну что, давай еще один бой с вами выиграем, и все будет хорошо у нас. Так, попал, да? Отлично. Хорошо. Так, подожди. А где у него... А, нет, у него на месте оружие, все нормально. Опа, опять выбили. Так, тихо. Блин. Оглушил, ты смотри, что. Я офигею с него. Так, дай-ка я попробую, ребят. А если я теперь... Поехали дальше, так. Блин. Давай так, попробуй. Да ё-моё, ты... Ты посмотри на него, а. Без оружия практически... Ну-ка. Есть. И последний удар. Да ну-ка. Давай ты. Фига он бросок сделал. А если мы? Фу, выбил из него всю дурь. Ребят, выбил. Великолепно мне написали. Ну, что дальше? Мы Джет с вами спасаем или нет? Должны спасти, ребят. Так, еще боя 2 будет у нас как минимум. Так, посмотрим, что нам здесь достанется. Так, составной лук. Что там? Что это за новый предмет? Да-да, у рыбака. Вот больше всего я хотел получить да-да у рыбака, ребят. И достается нам, ага, пробивающие иглы. Ну что ж, давайте смотреть, что дальше там будет. Ну прикольно, мне понравилось. Так, где Джет? Она исчезла. Кочевницу утащили в арсенал, пока мы дрались. Я не успел сориентироваться, годы уже не те. Ничего хорошего ее там не ждет, я видел их главного, он ненормальный. Джет поступила подло, но даже ей я не пожелаю такой судьбы. Быстрее в арсенал! Так, ну что, ребят, мы с вами бежим в арсенал. Так, у нас что-то здесь доступно, так. Сверхвременные скорости, и мы забираем 20 ключей? Это же на Легу. Ёлки-палки, ребят, мы сейчас, по-моему, с вами откроем легендарный сундук. Легендарные ключи. Так, это хорошо. Теперь нам нужно с вами зайти, где у нас тут... По-моему, тут. Открыть. У нас и эпический, что ли, можно? Точно, ребята, и эпический сундук. И легендарный. И что же нам здесь выпадет? Давайте смотреть, ребята. Ага. Сакадический покров, эпический доспех. Лего пошла. Ага. Селекторы. Легендарные электромины. Ёлки-палки. Эпический доспех, версия 707. Это те, которые у меня одеты в данный момент. Есть! Модулятор! Это, по-моему, тот шлем или нет? Ребят, я не путаю. Это же вот от этого, да? Это же сет. По-моему, да. Слушай, это будет прикольно. Так, и мне достается прототипы. Это обычные электромины. Слушай, ну, по-моему, все-таки, ребята, это сет. Сейчас проверим. Так, и откроем, пожалуй, еще легендарный. Ой, эпический сундук, ребят. Посмотрим, что выпадет нам из него. Так, ну-ка порадуй. Капюшон, так, скальпель. Да елки-палки, что так быстро-то, эй, погоди. Вот это хорошо, ребята. Скальпель, эпическая катана, это которая у меня в данный момент одета. Ух ты, новый предмет, броня затмения. Слушай, прикольно смотрится. А вот это, кстати, капюшон затмения. Но это, видите, ребята, жалко, что это обычные предметы. Но я хотел бы посмотреть, как они смотрятся. И достается нам бирюзовый мундир. Ну что же, ребята, давайте продолжать. Так, забрать награду. Давай заберем, конечно же. И пока больше ничего, да? Ладушки. Мы, кстати, можем за 300 гемов с вами открыть еще один эпический сундук. Безумно. Так, а что у нас вот здесь такое, а? Забрать награду. Да, ребята, это сет, ты представляешь? Скальпель. Версия 707 и модулятор. Круто. Так, и смотрите, еще один сет у нас собрат. Диссекторы, броня затмения и... Капюшон затмения. Надо будет, ребята, посмотреть, как это все смотрится. Так, зайдем в магазин и глянем, что у нас, ребята, есть на продажу. Потому что денег у нас, ё-моё, за лям. Скоро уже почти будет 1,5 ляма. Надо хоть что-то купить, куда-то потратить. Я не знаю, руки прям, знаете, чешутся, потратить куда-то деньги. Так, здесь у нас что-нибудь новенькое появилось? По-моему, ничего, да? Так, это получено, это получено. Это, я не знаю, это нам нужно, нет? Да, наверное, не нужно, ребят.
Обновлять я не буду. Ладно, ничего пока в магазине у нас нового нету. Нам, наверное, надо двигаться, ребята, дальше. Дальше, хотя подожди-ка, в магазин, дай-ка я в магазин забегу. По-моему, я там могу купить немножко себе теневой энергии. Теневая энергия нам пригодится. Да елки-палки, вот, магазин, сюда. Так, 240 теневой энергии за 195, нет, нафиг, вот это вот возьмем. Подтверждаем. Ну что, купили? Так, новая карта, теневая энергия, отлично, 140 штук. Итого у нас где-то около 1000 теневой энергии. Ребят, сейчас мы что-нибудь с вами, наверное, заточим. Я думаю, либо шлем, либо броню. Посмотрим, на что хватит. Ну что, ребята, я думаю, что будем улучшать, наверное, броню. Так, и шлем. Броня и шлем. Короче, улучшили. Не хватает совсем немножко, я бы еще с удовольствием бы улучшил. Так, а если мы посмотрим, ребята, вот этот вот. Надеть. Блин, смотри, как прикольно смотрится, ребят. Ай, красота, да? Ха-ха. Ладно, но пока будем драться в этом, потому что он у нас, ребята, этот шлем в данный момент расточен. Так, что-то мы здесь можем с вами опять поменять. А-а-а. Легендарные электромины. Конечно же, мы с вами их возьмем лучше. Так, ну что же, поехали дальше продолжать. У нас уровень сложно. Джет! Кого я вижу? Мы тут с капралом толкуем о былых временах, а мой старый сослуживец тут как тут. Разве не счастливое совпадение? Гизма, это, ребята, Гизма! Вы помните Гизма? Отпустите Джет немедленно! Капралу не нравится, когда входят без стука. Я предоставлю ему честь проучить вас, а мы пока побеседуем с династкой. Ха-ха-ха, отбейся от капрала. Теневое похищение, ребята, правила боя и старые раны, сюжет. Ох ты, Гизма, вы помните, да? Это самый первый боец, который нам встречался в Shadow Fight 3. Ёпарасете. Он опять будет с кувалдой здесь? Оу! Фига ты! Крутой чувак! Нет, это, по-моему, не Гизма, это капрал. Ага, хорошо пошло. Не-не-не-не-не, не надо тут мне мины или что-то там хотел поставить. Так, погоди. Давай на всякий случай вот так вот сделаем. А? Как тебе, родной мой? Понравилось? Давай еще, давай еще. Ему пофиг было, понимаешь? А мину? Так, хорош, 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 хорош. Так, понеслась, ребята. Но он крепок. Тут ничего не поспоришь. Пробьем? Ну? Есть. Слушай, смачно, смачно. Мне катаны уже начинают нравиться. Раньше ненавидел вот этих вот ниндзя самураев, а теперь почему-то мне нравится. Потому что, ребята, оружие прокачано, это хорошо. Что это у нас посреди зала? Какая-то лужа на полу. Смотрите. Нефть какая-то сочится. Ну что, поехали. Попробуем так же быстренько и безболезненно его ухоркать. Ага, понял. Амину. Да что ты делаешь-то, дурила ты? Давай, мину. Представляешь, ему пофиг, ребята, когда мы ставим, и он делает вот этот вот... Ага! Ха-ха. У него тоже, оказывается, мины. Так, я попался, ребята. Давай сделаем так. И вот так попробуем. Слушай, шикандос. А так. Замечательно. И еще вот так вот. А теперь добиваем. Ага, добил аж 20 раз. Не тут-то было, парень. Ты не на того наехал. Красотуля моя. Фух. Это было, знаете, так завораживающе. Капрал отдыхает. Ну что же, я так понимаю, мы все-таки с вами сейчас встретимся с самим Гизма. Да-да-да, и у нас будет 23 уровень. Черт подери. А Гизма... Ой, самый первый босс этой игры, он... Ух ты! Усмиритель, ребята, нифига! Так, маска посланника и теневая энергия. Блин, усмиритель. Ну, жалко, что обычный, ребята. Не редкий, не эпический, а просто обычный. Ну вот она, булава и щит. Так, и нам достается еще 20 теневой энергии. Это все мелочи, ребята. Давайте дальше продолжать сюжеточку. Невозможно. Ты всегда был наглый и самоуверенный. Если субординация для тебя уже ничего не значит, посмотрим, как ты запоешь во время очищения.
Легионеры действительно верят в очищение. Вы совсем плохо соображаете. Джет, ты в порядке? Тебя ранили? Бегите в разрушенный дворец династии. Спасите девочку! Ребята, она пожертвовала собой по ходу дела, да? Слушай, ну это достойно, несмотря на то, что она предательница. Так, уровень сложности невозможно. Я могу хоть что-нибудь, ребят, заточить или нет? Я могу улучшить... Нет, не могу я улучшить ни шлем, ни броню, ни, конечно же, свой скальпель. Электромины и подавно. Ладно, будем драться так. Ну, невозможно. Поехали. Я так думаю, что будет сам Гизма против нас. О какой девочке ты говоришь, Джет? Ты про Мойру? Как трогательно, но ты ничего не изменишь, династка. Разведчики Капрала уже в пути. Гизма станет во главе легиона. Тени нужен был тот ребенок, и Гизма его нашел. Тень получит девочку, и я получаю легион. Все готово к очищению. Я узнал, где она прячется, но сейчас не об этом. Пора мне с моим братом по оружию вспомнить былые деньки. Ха-ха-ха, победи Гизма. Гизма бессмертный? Босс? Это что еще за новости? Что значит бессмертный? Ребята, ну это, по-моему, будет жесть. Так. Давай проверим для начала, что он из себя представляет. Нравится обстановочка? Да не совсем. Так, тихо. Поехали. Ребят, попробуем так. Теневухой. Что? Это что сейчас было? Честно говоря... А, подожди, теневая энергия. Что ты... Что он делает? Фу, я отхилялся. Подожди. Я не могу... Я не могу понять... Скука, да? Ребята, первый бой я проиграл. Я, честно говоря, не совсем понял, что... Что он делает. Что-то у него тут дофига всего. Надо немножко... Поподробнее. Так, я вижу, теневая энергия, да? Как бы под ногами сочится. Так, попробуем так сделать. Ага, промахнулись. Чё он там? Ребята, а повадочки-то его и остались прежними. Что он там делает? Фигею просто с него, а. Нифига, ты посмотри, что он делает. Нифига ты, парень. Да он совсем припух. Вот так вот, ребята. Ха-ха. Вот это босс, вот это жесть. Те же самые повадки, помните, да? Уронить, избить и так далее. Попробуем как-нибудь поаккуратней. Что вот это за теневая энергия? Я не могу понять, что она делает. Она для меня плюс дает или для него? Или мы оба копим энергию? Так, поехали. Вот так вот. Хорошо. Ну-ка. Так, тихо, он, ребят, заглючил. Ага. Да что ты, он, ребят, как-то то ли ловит, то ли еще что-то в этом роде. Когда я применять начинаю теневую энергию. Ну, есть. Фу. Один раунд я отбил. Но это фигня, ребята. Ему один раз стоит меня подбить, и все, это будет крантарики. Слушай, ну если мы даже проиграем здесь, то я думаю, на следующем раунде я должен его буду победить. Я, в принципе, разобрался, в принципе, как надо с ним вести. Я надеюсь, у него нету там какой-нибудь второй трансформации или еще что-нибудь в этом роде. Не хотелось бы, ребята. А почему он... Ну? Есть. Погнали. Если я так сделаю... Отлично. А-а-а, все, я теперь понял. Ребят, я понял, что он делает. Он похищает у тебя теневую энергию. Да нифига он наглый. Так, поехали. Понятно, что, короче, он делает.
А я-то думаю, что за фигня там происходит? Опять! Ну-ка, на! Черт бы его побрал. Олуха этого. Ну, конечно, конечно. А если я? Бесполезно. Да, ребята, ну, второй раунд, я думаю. Ну, не второй раунд, а вторая попытка моя должна быть наиболее удачной. В общем, я понял, теневую энергию здесь лучше не применять, а все делать тихо и аккуратно. Хочешь узнать, что со мной случилось? Как я получил все свои силы и стал почти бессмертным? На самом деле, мне плевать, как ты стал бессмертным, я знаю, что я тебя умертвлю, Гизма. Так, ребята, будем действовать аккуратно. Нравится обстановочка? Да не совсем. Так, попался. В общем, смысл какой, ребята? Будем с вами работать через мины и уворачиваться. Попался. Так, ребята, теневая энергия есть? Ага, ха-ха-ха, дурила. Вот так вот. И вот в таком духе мы будем с вами продолжать. Ну давай, иди сюда, голубчик. Есть. Ой-ой-ой, я хотел не так сделать. Ой, у него теневуха накопилась. Вот это плохо, ребята. Смотри, смотри, сколько у него здоровья. Да все время забываю, что он применяет этот удар. Так, осталось лишь добить. О, нет, как страшно, шучу. А я нет, я не привык шутить. Ну что же, первую победу мы одержали. Если дальше так продолжим, то, скорее всего, сможем выиграть. Главное не лопухнуться и избегать теневой энергии его. Ну, где раунд 2? У меня уже руки чешутся, я хочу его наказать, ребята. Этого Гизма. Так, красоту я обменял на силу, говорит он. Ну, это твои, парень, проблемы. Ах, как хорошо-то, а? Тихо, вот так вот, ребята. Запомните, когда он бежит, лучше перекрывать его миной. Иди сюда. Ай-яй-яй, как классно у нас получается. Смотри, смотри, видите? Он бежит. Когда ты вдалеке находишься, он бежит. И в этот момент делаешь перекатик и ставишь мину. Вообще шикарно срабатывает. Так, единственная проблема, что когда он накопит теневую энергию, он может, ребята, выкинуть копье. Не тут-то было, парень. Отдохни маленько. Ну, пробивной. Прям по пузени. Хе-хе-хей. Слушай, 2-0. Довольно неплохо идем мы с вами. Фух, лишь бы не сглазить. Лишь бы не сглазить. Так, я готов. Я очень готов. Ну, появляйся, Гизманыч. У нас с тобой старые, да, делишки? Так. Ребята, опс. Видели, да, почему я делаю откат? Именно вот от этого размашистого удара. Черт подери, по-моему, он меня поймал. Сейчас, наверное, ушатает. Это я заберу себе. Ну, понятно, что он забирает у меня теневую энергию. И здоровья у меня вообще не осталось. Ай, вот этого я и боялся. Да, ребята, вот этого ибо. Скорее всего, мне сейчас будет финиш. Ну? Скука. Ну, я тебе сейчас дам поскучать. Иди сюда. Бинго. Есть, ребята, шанс. Есть. Сейчас главное не попасть под удар, и все. Ха-ха-ха, дурила-то где, а? Гизма, ты предсказуем здесь. Очень предсказуем. Все, ему хана. Вот так вот, ребята, вот таким макаром нужно валить босса Гизма. Надеюсь, вы возьмете это на заметку. Ну что же, великолепно, победа. Так, и о чем будет диалог, я хочу послушать. А, вначале же мы с вами получим 23 уровень, я нас всех с этим поздравляю. Естественно, мы сейчас посмотрим с вами колоду новенькую. Так, ну это мы пропускаем. Так, что же нам здесь выпадет? Ребят, смотрите-ка, новый предмет. Шлем содействия. И в придачу получаем 20 теневой энергии. Ну что ж, давайте продолжать. Ну, как всегда, елки-палки, ну, зависает и все. Так. Наконец-то он заткнулся. Джет, объясни, что за девочка? Она давно живет с нами, и она странная, она не взрослеет. Я слышала разговор капрала с лысым. Они выслали за ней отряд. Хм. Все хуже, чем я думал. Мы должны срочно выдвигаться. Нужно успеть во дворец династии раньше легионеров. Нельзя терять ни минуты. Если тень получит этого ребенка, всему конец. Продолжение следует. Ну что же, вот так мы с вами прошли первую часть 7 главы. И надеюсь, что вскоре выйдет вторая часть. Так, что у нас тут? Забрать награду. Так, это у нас легендарная карта, кстати. Ну... Да елки-палки, опять, ребята, вот эти вот подвесоны, как они меня раздражают, не могу прям.
Что там за карта? Что нам выпадет, а? Летящий нефрит. Легендарные нунчаки. Ха-ха, прикольно. Так, здесь мы больше ничего взять не можем. Ну давай, елки-палки. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим. Забрать награду. 75 теневухи. Да, ребят, мы с вами собрали новый сет. Обычный, но, тем не менее, собрали. Ну что, вроде бы и все, да? Делать нам больше здесь пока нечего. Окончание 7 главы написано было скоро. Так. Летящий нефрит. Да-да-да, ребята, это мои перки уже стоят здесь. Так, а что я хотел сделать? Так, способности... Погоди-ка. А, я хотел, знаете что, посмотреть, ребят, вот этот вот, как выглядит. Усмиритель. Ядрить, колотить. Вот это круто. Блин, была бы она еще и легендарная бы, было бы вообще зашибись. Ну что, дорогие мои друзья, на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр, а вы пишите в комментарии, как только выйдет новая часть к этой 7 главе. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.